Почти в каждом подмосковном городе есть профессиональный колледж, где молодое поколение обучает нужным и востребованным профессиям. Не исключение Сергиево-Посадский колледж, который принимает у себя WorldSkills уже 5-й год подряд. Выбор места проведения конкурса профессионального мастерства не случайен. Сергиево-Посадский колледж славится своими учащимися и педагогами. Мы всегда были лучшими, да, по строительным компетенциям, мы всегда старались. Но я не могу сказать, что здесь все достойные и все конкурентоспособные студенты. Покажет время. Победит сильнейший. Впервые на базе Сергиево-Посадского колледжа состязаются юниоры. Это первокурсники и школьники, то есть те, кому еще не исполнилось 18 лет. Для 8-9-классников это еще и профориентация. Мы участвуем сейчас в реализации проекта «Путевка в жизнь». У нас 57 школьников нашего района осуществляют профподготовку по 5 направлениям. И эти же ребята, которые обучаются у нас, изъявили желание участвовать в «Junior Skills». Помимо этого, 8 школьников из школы номер 4, школы номер 21 по разным компетенциям участвуют. Не только вот в этих 4 строительных. Учащиеся школы номер 21 сейчас представляет нас компетенции парикмахер в городе Клин. Это страшновато и боязно. Здесь с чем? Да, это дети со своими особо психологическими, своими особенностями, возрастными, подростковыми. Во-первых, это строительные компетенции, сложные компетенции. Да? Но мы вообще рады, что школьники приняли участие, и у них горят глаза, они с удовольствием выполняют все задания. Ребята соревнуются по 4 компетенциям: облицовка плиткой, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и декоративные работы и плотницкое дело. По компетенции малярной и декоративной работы и студенты, и юниоры выполняют работы по оклейке обоев, подготовке основы под жесткую фреску, а студенты еще и по окраске двери. 5 модулей. Обои, дверь, жесткая фреска. Тут сняли, но здесь скоростная фреска и фристайл. Самое легкое – это скоростная. Самое тяжелое, как по мне, так это обои. Почему? Меня не справляются они, не получается. По компетенции сухое строительство и штукатурную работу участники конкурса выполняют сборку конструкции из гипсокартона с элементами декора в отделке. По компетенции облицовка плиткой студент выкладывает 3D-панно, а юниоры – 2D-панно. Размер работы у всех одинаковый. Студенты все операции по запиливанию плитки выполняют на электрических станках, а юниорам разрешена работа только на ручном инструменте. Но задание такое же, как и у старших, просто более упрощенный вид, без объемных частей, без радиусных линий. Первый модуль уже закончен, сегодня будем оценивать. Сегодня, завтра второй модуль выполняют. По компетенции плотницкое дело студенты и юниоры изготовляют элементы беседки, используя разные виды соединений. Так же, как и при облицовке плиткой, юниорам можно пользоваться только ручным инструментом. У нас в школе есть внеурочка «Путевка в жизнь», и меня на нее записали. Я начал ходить, и, видимо, у меня хорошо все получалось, и меня избрали. И я начал готовиться, где-то месяц, и потом вот такой конкурс. Месяц с чем-то мы занимаемся, но легко, тяжело, конечно, но мне нравится. А вообще, как сам материал дерева вообще, вот тебе нравится вот с деревом работать? Да, хорошо. Удобно и занимательно. Мы должны сделать небольшую беседку. Сначала первый модуль, а потом, как если останется время, то второй и третий модуль. Получается пока? Да, получается. Сложности возникают? Есть немного, но получается. Подмосковный этап чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы» проходит на 30 площадках по всей области. Итоги конкурса подведут в пятницу 16 ноября. Лучшие из лучших будут отобраны на национальный этап чемпионата, который пройдет будущей весной в Казани. Ирина Самойлова, Кирилл Григорьев, День города.